17 сентября в Каспийске состоялся этноквест «Связь поколения», приуроченный ко дню города. Прошла игра в рамках проекта Фонда культурных инициатив «Связь поколений», где молодые дагестанские художники создали росписи арт-объектов в городе. Раньше это были серые непримечательные ящики с оборудованием для телефонной интернет-связи. Сейчас это стали яркие арт-объекты, которые украшают наш город, привлекают туристов и горожан. И чтобы наши молодые каспийчане познакомились с этими объектами лучше и узнали больше о нашей культуре и истории, мы проводим этот квест. Суть игры состоит в том, чтобы разгадать загадки, ответами которых являются различные известные факты о культуре Дагестана. При получении правильного ответа им дают новый адрес для прохождения следующего испытания. По завершению всех этапов лучших наградят призами. Когда они пройдут все локации, они окажутся у нас в Центре традиционной культуры, где мы подсчитаем их результаты и наградим победителей. Победители получат памятные призы и сертификаты на посещение кафе и интеллектуальных игр в Махачкале. Стоит подчеркнуть, что проект «Связь поколений» реализуется партнерством с ПАО «Ростелеком» и Дагестанским отделением Творческого союза художников России.